Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатория научных видео. С большим удовольствием снова к вам возвращаюсь. Суббота, равно как и в среду, мы с вами встречаемся, чтобы вечер замечательно провести и послушать очень умные ваши вопросы и не менее интересные и умные ответы, собственно говоря, на ваши вопросы. Но перед тем, как перейти к основной части нашей программы, конечно же, как всегда, представляем второго ведущего. Это Александр Соколов. Саша, здорово! Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас постскриптум, значит, у нас в гостях спикер форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня это Алексей Парамонов. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Алексей – кандидат медицинских наук, руководитель Центра экспертной гастроэнтерологии клиники «Рассвет», автор научно-популярных книг «Кишечник с комфортом. Медицина для умных» и так далее, и так далее. И Алексей у нас выступал на медицинском форуме «Ученые против мифов», значит, с докладом под названием «Стакан теплой воды с утра против дисбактериоза. Мифология в гастроэнтерологии». Доклад был опубликован всего 2 недели назад у нас на канале, и там уже почти 500 тысяч просмотров и много комментариев. Поэтому мы рады, что Алексей согласился сегодня отвечать на ваши вопросы, друзья, в том числе на вопросы, которые были в комментариях, и на те, которые вы будете писать в чате. Но прежде мы, как обычно, сделаем коротенькие, но важные объявления. Я попрошу Виталия начать. С удовольствием. Спасибо, друзья, что смотрите нас. Спасибо за слова поддержки. Я себя прекрасно чувствую, гораздо лучше, чем был в среду, по причине того, что тогда я болел, а сейчас, собственно говоря, недуг практически иссяк. Спасибо вам за то, что смотрите, и спасибо за то, что ставите лайки данному конкретному видео, за то, что подписываетесь на канал, нажимаете на колокольчик, выбираете пункт меню «Все» и не пропускаете наши видео. Спасибо вам огромное, друзья, за это. Но если вы хотите поддержать данную конкретную трансляцию, у вас есть несколько разных вариантов. Например, использовать суперчат, где можно задавать свой вопрос, а если в вашей стране суперчат не работает, то можно использовать ссылку, которая будет через некоторое количество времени в закрепе чата данной трансляции. Она же есть в описании. Вопросы задаете по теме стрима, и мы задаем их в самую первую очередь. В знак благодарности спасибо вам огромное за это. Но если на регулярной основе хотите нас поддерживать, имеются разные варианты площадок, такие как Patreon, спонсор и Boosty. Используйте их для того, чтобы получать интересные плюшки, какие-то эксклюзивные материалы, ранний доступ и так далее, и так далее. Ну, еще скажу о том, что у лаборатории, ну, вернее, конкретно у меня есть проект, который называется «Аудиолаборатория», где я начитываю книги. Если вас это заинтересует, ссылка тоже будет сейчас в чате трансляции. Друзья, спасибо огромное за любую поддержку. Да, спасибо, друзья. Еще, кстати говоря, сразу хочу сказать, что форум «Ученые против мифов» будет уже через неделю, следующую субботу. И надеюсь, вы уже обзавелись билетами или хотя бы зарегистрировались на онлайн-трансляцию. Если нет, то сделайте это пока не поздно. Вот. А еще я хочу напомнить, что у нас в конце эфира мы просим нашего гостя выбрать авторов 2 лучших вопросов, которые получат в подарок футболки от форума «Ученые против мифов». Вот, например, в эфире от 15 апреля, где у нас был в гостях врач Юрий Киселев, значит, он выбрал авторами лучших вопросов Павла К. Дельта, который спрашивал, пункт передозировка в инструкции идет отдельно от пункта побочные действия. Это так надо? Означает ли это, что последствия передозировки не сводятся только к усиленной побочке? И Вячеслав Антонов, который спрашивал, бытует мнение, лекарства для животных лучше, чем их аналоги для людей? Первых эффектом плацебо не обманешь, если в этом зерно правды. Павел и Вячеслав, напишите нам, ну, Мариша Эриной по контактам, которые сейчас появятся в чате. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Правда, я подозреваю, у Вячеслава Антонова уже такая футболка есть. Тем не менее, все остальные готовьте ваши вопросы. И мы переходим, собственно, к вопросам. И начинаем с вопроса, который задала Лиса А. Лиса спрашивает... Какая связь между выделением сероводорода кишечными бактериями и развитием болезней, в частности, воспалительных заболеваний кишечника? Ну, такой жесткой прямой связи нет. Сероводород – это такой чудесный газ с запахом тухлого яйца. Многие им лечатся, ездят в Мацесту и платят за это большие деньги, значит, помогает. То, что доказано для него, это то, что он способен вызывать запоры. И при запорах, наоборот, увеличивается производство сероводородов, возникает такой порочный круг, который одно усиливает другое. Но при воспалительных заболеваниях кишечника уловители сероводорода не нужны, они не используются.
В общем, переоценивать этот газ не стоит. Следующий вопрос задает зритель АВП. А что на фронтах лечения панкреатита? Как с таким диагнозом успеть израсходовать пенсионные накопления? Это прекрасно. Пенсионные накопления, если у вас этот диагноз стоит уже годами, вы можете тратить тоже годами. Это самый популярный псевдодиагноз в России. Я не знаю, какой у вас, да, может быть, у вас настоящий, но в большинстве случаев бывает обманчивый. Дело в том, что у нас достаточно в России сделать анализ там какой-нибудь крови, один раз увидеть чуть-чуть повышенную амилазу. Достаточно сделать УЗИ по непонятным показаниям, и там напишут уплотнение поджелудочной железы, вот вам как орден вручают панкреатит. Это никакой не панкреатит. Настоящий панкреатит, острый, это опасное заболевание, с которым доставляют в больницу, зачастую в реанимацию, там высокая температура, и сильная боль и общая недостаточность всего организма, все разваливается, ничего не работает. И из этого состояния не всегда легко выйти. Вот. А что касается хронического панкреатита, то часто это состояние после перенесенного острого панкреатита или это аутоиммунный панкреатит, он редко встречается достаточно. И хронические панкреатиты, они, ну, текут долго, годами, и если даже приведут к недостаточности функции поджелудочной железы, ферментов мало, то ферменты-то мы теперь научились давать, поэтому радикально продолжительность жизни это не повлияет. Ну, вот острый панкреатит, да, в острой фазе он может жизнь обрывать. Такое бывает нередко. А хронический панкреатит, живите до 100 лет. Спасибо. Следующий вопрос задает Сулим Одрасир. Наверное, так. Если основная причина язвы хеликобактер, то каковы причины приобретения этой бактерии человеком? Бактерии, как бактерии, с небольшими особенностями, это контактно-бытовой путь, фекально-оральный, это кишечная инфекция. Но особенность в том, что она предпочитает жить в желудке, а не как все остальные бактерии в кишечнике. Заражение, она низкоконтагиозна, то есть надо 100 раз проглотить этого хеликобактера, чтобы на 101 раз заразиться. И обычно это происходит заражение в детстве. Во многих странах, ну и в том числе, я думаю, и в России, этот показатель зараженного населения был 70% вот в те годы, 80-е, когда только узнали о значении хеликобактера для разных болезней, не только язвы. И потом крестовый поход против хеликобактера в Европе, но там все измерялось, в отличие от нас. Мы наугад, и исследования очень маленькие, там в рамках какой-нибудь диссертации 100 человек посмотрели, это не очень серьезно. А там мы исследовали большие популяции, и снижение зараженности упало там, с 70 до 50, потом даже до 30% во многих местностях. И повторное заражение маловероятно. Первичное чаще происходит в детстве, и вот эта зараза живет в желудке всю жизнь. Если ее вылечить, убить, то повторное заражение маловероятно, если соблюдать простые гигиенические правила, там мыть руки перед едой и не пить воду из лужи. Спасибо. Следующий вопрос задает Ясаш, да? Ну, давай я. Да, да. Уже начал, да. Мракоборец спрашивает. Вечер добрый. Добрый.
Что нужно сказать родственникам, которые пытаются лечить гастрит, язву диетами, кефирчиком и ессентуками? Или, может быть, от этого действительно есть эффект, ну, хоть какой-то? А кто же его знает, есть эффект или нет? Вот в отношении кефирчика, кефирчик исследуется достаточно широко сейчас на предмет лечения многих заболеваний, но до рекомендаций клинических дел не дошло. Микроорганизмы, которые в кефирчике содержатся, у них есть антибактериальный эффект. Но я крайне сомневаюсь, что мы как лечим хеликобактер, убиваем его. Это два антибиотика и еще как минимум два сопутствующих препарата. Но кефирчик явно не способен сделать то, что делают два антибиотика. А что касается ессентуков, то это смесь обычной соли с содой поваренной, да. И это щелочная такая соляная жидкость, которая может принести облегчение на короткий период, нейтрализовав кислоту, произойдет отрыжка, ой, как хорошо, меня там болеть перестало, изжога прошла. Но это не лечение, а иллюзия. А для пациентов, у которых есть, допустим, повышенное артериальное давление или сердечная недостаточность, почечная недостаточность, вот эта нагрузка солью из минеральных вод, она зачастую бывает причиной декомпенсации. Полечили гастрит, попали в больницу с сердечной недостаточностью. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Идалтыча. Он чем-то похож на вопрос, который уже звучал опять про хеликобактер. Ну, это обязательная причина? Да, это обязательная причина гастрита? Или гастрит все-таки может иметь разные причины? Вот это хороший вопрос. И этот вопрос совершенно не похож на предыдущий. Его вынесли даже отдельным пунктом в последний шестой консенсус европейский по хеликобактеру Мастрихт-6, да? И ответ на этот вопрос дал не я, а высокое сообщество, все европейские гастроэнтерологи согласились с утверждением, что факторы все другие, кроме хеликобактера, мало значимы. То есть хеликобактер на первом месте, на втором, на 123-м, и это главная причина гастрита. Но есть и другие варианты. Это на втором месте, скорее всего, это связано с приемом лекарств. Прежде всего, это лекарства обезболивающие, нестероидные противовоспалительные средства, аспирин там и подобного рода. На третьем месте это факторы из внешней среды, это курение. И как особые нозологии, вот особые виды гастрита, это аутоиммунный гастрит, он не так часто встречается, но природа его не связана с хеликобактером. Ну и бывают токсические гастриты, там чаще всего известен алкогольный, но не только, там кто-то лечится уксусом по утрам, у него тоже будет гастрит вследствие ожога. Но основное это хеликобактер, этого достаточно. Благодарю. Теперь еще один вопрос задает мракоборец. А может ли сухость кожи как-то быть связана с нарушением работы ЖКТ? Возможно, не усваиваются какие-то микроэлементы? Сухость кожи чаще всего это все-таки вопрос к дерматологу. Но если мы посмотрим на это с точки зрения чуть пошире, чем гастроэнтерология, а вообще в принципе терапия, то в первую очередь, что надо исключить, это железодефицит. Железодефицит встречается часто, особенно у женщин, даже очень часто, и встречается латентный железодефицит, который, ну, я очень упрощаю, это должен врач делать, но определяют прежде всего по такому показателю, как ферритин.
И ферритин в наших лабораториях, в большинстве лабораторий написано, что если там от 10 нанограмм на литр, это хорошо. Это устаревшие сведения абсолютно. Рекомендации ВОЗ для стран с достаточным обеспечением, то есть если вам есть что есть, это 70. Вот на эту цифру надо ориентироваться. Если ниже 70, то сухость кожи может быть связана с этим. Это, в свою очередь, может быть следствием, например, целиакии, кишечного заболевания. Но чаще всего это причины не связаны с желудочно-кишечным трактом. Но есть некоторые заболевания, где сухость кожи основное проявление или одно из основных проявлений. Я сейчас не беру кожные заболевания, а системные заболевания, например, склеродермия. Иногда там сухость кожи доминирует, а классических бляшек может не быть. Но в любом случае это повод с врачом пообщаться. Спасибо. Алиса спрашивает, помогает ли Кока-Кола при ротавирусе, а заодно Пепси, Байкал и чего-нибудь из черноголовки? Несомненно. Ну, это такой миф и антимиф. Дело в том, что во многих, ну, не очень официальных, но врачебных таких, типа нашего сегодняшнего разговора, возникают рекомендации пить Кока-Колу при обезвоживании, особенно детям. А почему это возникла история? Да потому что дети не хотят пить вещества, которые положено пить, где калий, натрий, там, чуть-чуть сахара там, и все прочее. Они жутко противны на вкус. А маленького ребенка вы не заставите эту гадость глотать. А Кока-Колу он привык, если пить, то он будет пить, и это считается лучше, чем ничего не пить. И более того, даже буржуи, они странные люди, они все исследуют. И вот сделали вывод, что там в дошкольном возрасте лучше давать разбавленный вдвое яблочный сок, чем классические растворы электролитов. Эффективность выше именно потому, что ребенок соглашается пить это. Спасибо. Ира спрашивает. Можно ли избавиться от жирового гепатоза, если изменить питание и похудеть? Ну, жировая болезнь печени, она имеет два источника. Даже вот так и называются в диагнозах. Алкогольный статогепатит или алкогольная жировая болезнь печени и неалкогольная. Ну, иногда бывает смешанное. Я понимаю, что спрашивают про неалкогольную. Она очень тесно связана с инсулинорезистентностью. То есть инсулин начинает плохо загонять сахар в клетки, и инсулину нужно все больше. Инсулин их отправляет лишний сахар в печени, и там он перерабатывается в жир. Это коррелирует с весом. Если похудеть, то вероятность, что состояние печени улучшится, существенная. Еще существенная вероятность, что если даже не похудеть, но давать физические нагрузки, то есть несколько раз в неделю активно двигаться, мышцы съедают лишнюю глюкозу, и состояние печени тоже улучшается. И это, собственно, главные способы лечения, снижение веса и физическая активность, которые общеприняты. Все гептопротекторы и все прочее здесь неэффективны. Ну вот, недавно вышли исследования там, препаратов, которые используют для лечения сахарного диабета, и некоторые из них оказались эффективны для лечения жировой печени. Но эти показания пока не зарегистрированы. Это пока в исследованиях все. Спасибо. Спасибо. Вопрос от Евгения Милова. Почему при ФГС
при подписании информированного согласия предупреждают о риске смерти, если статистика смертности при ФГС. ФГС – это вот гастроскопия, да? Фиброгастроскопия, да. Ну, я думаю, что в России этой статистики нет, а в большинстве стран она есть, и более того, даже в крупных больницах, в некоторых странах это добровольно, в других странах это требование регулятора, вывешивают стенды с частотой осложнений. И это хорошая такая практика. Там сколько процентов гнойных осложнений после удаления аппендикса. И в частности, вот гастроскопии. Крайне редко бывают серьезные осложнения, но они очень зависят от территории, от конкретной больницы, от мастерства специалиста. Но все равно разрыв пищевода там, один там, на 100 тысяч случаев условно. В каких-то странах реже, один на миллион. Он может случаться с медиастенит и впоследствии этого смерть. Ну, это невероятная экзотика, с одной стороны. А с другой стороны, это жесткий аргумент, почему мы не говорим, что надо делать гастроскопию почаще. Очень хороший метод, хороший и информативный. Но действительно несет с собой побочные эффекты. А зачем это нужно, если там нам известно, что вероятность найти какую-нибудь онкологическую проблему до 50 лет у человека без семейной истории рака желудка крайне низка. А зачем ему делать без лишней нужды гастроскопию? Ну, может получить проблемы, а обидно получить большие проблемы со здоровьем без показаний, когда выполнены исследования. Это не только гастроскопии касается, всех исследований инвазивных. Спасибо. Понял вас. Вопрос от Натальи Степановой. Можно вернуться к вопросу о панкреатите. Что же все-таки нужно делать и с какой периодичностью, если нет никаких симптомов? Не курить, это мы услышали. Еще. УЗИ? Проходить диспансеризацию? Если нет симптомов, то вероятность 99%, что нет панкреатита. Записаться к гастроэнтерологу с мозгами. К сожалению, большая часть без мозгов практикует. Искать их ясно. Надо. Тогда искать. Это не только среди гастроэнтерологов. Да. Анастасия так. Трубачева задает следующий вопрос. Насколько серьезными факторами при проблемах с ЖКТ является сидячая работа и малоподвижный образ жизни? Или все-таки главные проблемы – это питание и гигиена? Это играет роль, прежде всего, для движения желудочно-кишечного тракта. И одна из главных рекомендаций для лечения запоров – это движение, ходить побольше. Но в гастроэнтерологии это не так важно вот, глобально. Но это глобально важно для общего здоровья. И малоподвижность, она реализует свой вред в основном через сердечно-сосудистые риски, через повышение риска гипертонической истории там, и инфаркта, инсульта. Вот здесь основная проблема. Так что ходить и двигаться надо. Дополнительный бонус будет и в отношении желудочно-кишечного тракта. Но главный бонус будет в сердечно-сосудистой системе. Спасибо. И Наталья Степанова спрашивает. На работе переносили... Свидетельство смерти. Да. Утром заболел живот, вечером умерла от гнойного панкреатита. Сказали, якобы никаких не было до этого нареканий к работе ЖКТ. Такое возможно или не договаривают? На свете все возможно. Вопрос вероятности чего-то. Скорее всего, здесь испорченный телефон.
чтобы образовался при остром панкреатите гной, ну, здесь нужны дни, хотя бы неделя должна пройти от начала болезни, и бессимптомно он протекать не может. Речь, скорее всего, идет о панкреонекрозе. Это не гной, а вот отвалилась поджелудочная железа, мертвела. И в этот момент может быть шок, то есть выход огромного количества биологически активных веществ из поджелудочной железы, который может и привести к падению давления и остановке сердца. Это редко бывает, по счастью, но это нельзя исключать. Так, да, следующий вопрос, вообще такой вопрос. Лиса А спрашивает, а что насчет дырявого кишечника? Вот, прям вопрос ребром. А я, кстати, только что читал про то, что чуть ли не при всех аутоиммунных заболеваниях, значит, повышенная проницаемость кишечника, в нем дырки. Это все ужас, ужас, ужас. А это правда. При заболеваниях кишечника действительно в нем возникают условные дырки. Он начинает пропускать бактериальные токсины, продукты распада тех же бактерий. Это очень актуально и при язвенном колите, и при циррозе печени, там, при многих других болезнях. Ну, нет болезни синдром дырявого кишечника. Такая болезнь существует только в одной популярной соцсети, где разного рода нутрициологи ее лечат. И исследуют там вещество зонулин, которое показывает эту самую проницаемость. Да, проницаемость растет при болезнях кишечника. Но никакое понижение этого зонулина при помощи какой-то янтарной кислоты, как это предлагают в этих талантливых сайтах, которые лечат дырявый кишечник, это все невозможно и бессмысленно. Да, это вот лечить пожар, поливая грядки в огороде. Никакой связи нет. Это параллельные реальности. Ну, действительно, проницаемость растет. Спасибо. Так там, так, у меня что-то расфокус какой-то. Почему, да, у тебя интересно? По какой-то причине фокус прыгает. Ну, немножечко, может быть, имеет смысл тебе на себя укрупнить. Возможно, задний фон слишком контрастный и на него перепрыгивает. Ладно, давай с вопросом, и пока будем отвечать на вопрос, соответственно, что-нибудь покрутим. Да, сейчас с вопросом. Вопрос следующий. Светлана Харьковская. Здравствуйте. Можно ли узнать то, от чего кайфует хеликобактер, чтобы не есть, и то, от чего он упокоится? Упокоится или успокоится? Упокоится, видимо. Ну, помрет. Угу. Ну, нет способов каких-то продуктов, которые его радуют. Он живет под слизью и вообще очень мало контактирует с тем, что вы едите. Вот эта слизь на поверхности желудка, и вот стенка желудка, и между ними хеликобактер. И вот он там тайно притаился. Что бы вы ни ели, ему глубоко, в общем-то, все равно. И убить его можно только антибиотиками, ну, иногда висмут добавляют, никакими способами диетическими извести его нельзя. Спасибо. Так, следующий вопрос от одного из наших спикеров, Николай Вагабов Шарабарин, простите. А Димитаинин? Да, правильно сказал. Во всем мире БАД. Адеметионин. Короче, во всем мире гиптрал, это БАД. Это гиптрал, чтобы все понимали. Да, и я. Почему наши врачи рекомендуют его как специфическое волшебное лечение печени? Ведь нет убедительных доказательств того, что он как-то работает. Спасибо. От небольшого ума исключительно. Дело в том, что на него возлагали огромные надежды, когда он появился. И вот как часто бывает, теоретически по механизму действия
он должен был бы помогать. Но исследования-то вышли, и в итоге уже 30 лет прошло с его дебюта. А он, зараза, не помогает. Ну, рефлекс остался, медицинские представители фирмы остались. Они промывают мозги тем докторам, которые не хотят читать никакую литературу, кроме вот этих вот людей, которые приносят им ручки с логотипами. И вот исключительно поэтому. То, что доказано для него, что он может немножко улучшать самочувствие после похмелья, если его в вену влить, и может немножко повышать настроение, у него такой легкий антидепрессивный эффект есть. Вот и все. А, конечно, лечить им гепатит или жировую печень – это глупость. Спасибо. Саша, прочитай, пожалуйста, чатик. Наталья Карабицын спрашивает: если столы не имеют доказанной эффективности, какие тогда рекомендации по питанию правильно было бы давать? Для какого режима питания есть доказательство эффективности? Вот таких режимов не так много. Да, столов базовых 15. Мне бы самому нравилось вот их назначать. Вот назначил там стол номер 5 там, или какой-нибудь 1А. И сиди, радуйся, ты помог человеку. И так и радовались почти 100 лет. Но все это бессмысленным оказалось. Есть конкретные ситуации, там, где мы даем конкретные диетические рекомендации. Например, при циррозе печени питание должно быть высококалорийным. Мы говорим, ешьте, ешьте много раз в день, там, 4000 калорий и так дальше. Это улучшает выживаемость. Все равно, что вы будете есть, что нравится. В других ситуациях, там, при избыточном бактериальном росте, при синдроме раздраженной кишки, там, когда есть склонность к диарее, мы рекомендуем low FODMAP, это ограничение сахаров и спиртов многоатомных, которые приходят в основном из сдобы, из фруктов, там, некоторых там, растительных источников. И есть вот еще несколько таких ситуаций, там, ограничение белка при почечной недостаточности, например. Все это должно быть разумно и продумано, когда, кому и зачем. Или добавление клетчатки растительный в рацион для профилактики колоректального рака. Это тоже доказано, это работает. Ну, в остальном вот самая частая моя рекомендация расширить диету, вернуться к полноценному питанию, прекратить вот это извращение в виде манной кашки на воде, это никого не лечит ни от чего. Спасибо. Спасибо. Ксения Дмитрий Целест из Лабы Ред задает вопрос. Когда приходишь на прием в частный медцентр к гастроэнтерологу с заключением ФГС, сделанным неделю назад в государственной поликлинике, а тебе говорят, заключение не принимаем, вот у нас сделайте тогда и посмотрим, что и как лечить. Это правило всех центров или принципиальность одного врача? Ну, здесь врач должен доверять своему коллеге. И есть государственные организации, которые делают высококлассно, имеют репутацию. И репутация в медицине очень важна. И даже просто фамилию врача знаешь, что он не напишет халтуру. А ты же, когда принимаешь пациента, берешь ответственность за него. По закону ты становишься лечащим врачом, и ты должен оценить качество того обследования, которое было в другой клинике. Это не значит, что нельзя принимать даже ноунейм исследования. Я лично всегда принимаю, и если оно написано по-человечески.
То есть со всеми, по всем правилам, как это заключение должно быть, выглядеть. Если я вижу, что его писал квалифицированный специалист, если к нему еще приложена там фотография, а сейчас еще и даже по приказу Минздрава видеорегистрация должна быть таких исследований, то вот в этих случаях какие могут быть вопросы? Ну, когда написана откровенная глупость там или написано полторы строчки языком начала прошлого века, то я усомнюсь в качестве исследования. Спасибо большое. Да, хочу сказать, что на данном этапе вопросов 98. Мы сейчас примерно на 17-м. Поэтому, друзья, если вы реально хотите задать свой вопрос и хотите, чтобы он прозвучал в эфире, рекомендую воспользоваться или суперчатом, или ссылкой, которая закрепит чат данной трансляции. Потому что вопросов безумное количество. И спасибо Владиславе Харченко, который всегда нас поддерживает. Она пишет на поддержку стрима. Спасибо. И спасибо Алексею за ответы. Пожалуйста. Всем здоровья, друзья, отличного пищеварения. Будем стараться. Спасибо огромное. Так, Сергофан К. спрашивает. Здравствуйте. Правда ли то, что появление множества родинок и ангиом на коже свидетельствует о болезнях ЖКТ? Если правда, то каких болезней? Нет, неправда. Вот то, что называют ангиомами, скорее всего, это тоже родинки. Я-то не видел, но я догадываюсь, о чем речь. Это такие красные пятна диаметром 3 миллиметра чаще всего. Это красные неусы. Они появляются у большинства людей, и чем больше возраст, тем выше вероятность их появления. Они могут появляться без видимой причины, потому что на роду так написано, ну а род у нас написан в нашем геноме. Да? И раньше, в страдавние времена, это называли пятнами Тужилина. Кто такой Тужилин, я не знаю. Но в старых учебниках пропедевтики так написано. Это считалось признаком панкреатита. Это все неправда. Это либо вот чистая генетика, либо еще воздействие солнца. Воздействие солнца очень значимо для появления неусов, в том числе и красных неусов. Спасибо. Спасибо. Да, Виталик. Злотник Дарена снова с нами. Здравствуйте, Дарена. Есть ли связь наличия домашних животных и частоты расстройств пищеварения? Часто говорят, что ЖКТ человека, живущего с собакой, способен справиться и с гвоздями, и с ботулизмом ему нипочем. Чуть загнуло, конечно. И смайлик. Вот это интересный вопрос в том плане, что обычно говорят строго наоборот. У меня дома собака-кошка, я могу заразиться от них глистами или еще какой-нибудь заразой. Как мне защититься? Вот я такое обычно слышу. А вот в этом варианте, это я впервые как-то узрел. Я думаю, исследований никаких нет на эту тему, и вряд ли вы вылизываете задницу собаки, и у вас общий микробиом, это вряд ли. Собака приносит радость общения, но вряд ли как-то влияет существенно на пищеварение, и даже вот эти вот самые глисты у нас с собаками чаще всего не общие или передаются через промежуточного хозяина, и заразиться напрямую крайне маловероятно. В общем, собака полезна, безопасна, но вряд ли защитит от инфекции. Может, налаять инфекцию, она отступит, например. Да. Илья Владимирович. Правда ли, что при язве желудка нужно пить крепкие напитки? Водка, коньяк и так далее. Дескать, они прижигают края язвы и не дают ей разрастаться. Прижигают. Угу. Во. Это правда, прижигают. Образуется струп, но это не значит, что язва заживет быстрее.
Может быть, даже она углубится, а может и нет. Ну, точно вылечить язву спиртом нельзя. Хотя Царство Небесное, Алексей Михайлович Москвичев, который 20 лет проработал первым заместителем министра здравоохранения сначала СССР, потом России, мне рассказывал такую историю, что в Смоленске некоторая дама защитила докторскую, это еще советское время было, на тему лечения язвы спиртом. Дело кончилось тем, что когда в ВАК поступила вот эта диссертация, ее передали Алексею Михайловичу, он поехал с проверкой, и эту даму лишил диплома за издевательство над пациентами. И правильно сделал. Чудесно. Такая Так, вот история. вопрос, да, от Энгал. При долгом приеме пребиотиков, как часто бывает побочка в виде диареи? Обычно пробиотики, что под этим понимать? Да, пребиотики – это совсем другая история. Но чаще всего это все-таки какая-то из форм лактобактерий. Больше всего исследованы там формы рамнозис, там LGG, и они очень хорошо переносятся. Но некоторые пробиотики, швабры мешаные, особенно те, которые содержат какую-то разновидность стрептококков, они могут вызывать диарею. Ну, это не от длительности приема. Если возникает какой-то конфликт в микробиоте из-за пробиотика, он виден практически сразу, и пациент отказывается принимать. А из-за того, что он долго принимал, ну, вот всю жизнь пьешь кефир, и вдруг развилась диарея, но это явно не от кефира, если он только не протух от того, что в теплом месте стоял. Спасибо. Мракоборец спрашивает, правда ли, что добавки типа пропревили... так это же примерно то же самое. Ну хорошо, просто некоторые статьи на PubMed с неплохим дизайном говорят, а некоторые улучшения, например, у детей Так, сначала. Правда ли, что добавки типа про и пребиотиков по эффективности сопоставим с кефиром? Собственно говоря. Некоторые статьи на PubMed с неплохим дизайном говорят о некотором улучшении, например, у детей. Ну, дело в том, что это сейчас очень активно исследуется, и многие виды лактобактерий реже каких-то других, ну, бифидобактерии некоторые, сахаромицеты, они не только исследуются, но и уже выпускаются в виде препаратов. И они вошли в клинические рекомендации. И мы их добавляем, ну, уж сам Бог велел при антибиотик-ассоциированной диарее для профилактики ее, для лечения и профилактики диареи путешественников. Здесь вообще полный консенсус. А в других ситуациях, там при язвенном колите, тоже консенсус уже достаточно высокого уровня. Это не главное лечение, совсем не главное, но дополнительное лечение. Поэтому как раз кефир, хотя он тоже исследуется, и он такого статуса, чтобы попасть в рекомендации уже клинические, он пока еще до этого не дозрел. А вот пробиотики и некоторые пребиотики, да, дозрели и в клинических рекомендациях есть. Спасибо. И спасибо, скажем, Ирине Шмидт, которая поддерживает стрим и задает следующий вопрос. Спасибо за классного спикера. Мы стараемся. Приятно слушать грамотного специалиста с прекрасным чувством юмора. Согласен. Скажите, пожалуйста, с чем может быть связано повышение эозинофилов у подростка, если никаких симптомов нет? К кому бежать и надо ли? Это всегда непростой вопрос, и надо смотреть не только проценты. Глаз обычно в анализе крови падает на проценты, сколько там в норме
должно быть не выше 5, а вдруг оказалось 10. Надо посмотреть и на абсолютное количество, сколько клеток на микролитр. И если существенное повышение, если оно устойчивое, особенно если есть какие-то симптомы, симптомы могут быть разные, в том числе желудочно-кишечные. Но чаще это симптомы на коже или симптомы аллергии. Может быть и случайное повышение, может быть врожденное повышение. Может быть это проявление эозинофильного эзофагита, может быть проявлением той же склеродермии, но вероятность этого невелика. В большинстве случаев все оказывается весьма доброкачественно. Если речь о ребенке, это начать надо с педиатра. Если педиатр сомневается, он отправит к гематологу. А в некоторых случаях там, направит к гастроэнтерологу, если заподозрит, что дело в пищеводе, например. Вопрос от Кирилла Кузнецова. Существует мнение, что задача нашего желудка – не работать. К тому же взрослое поколение делает большой упор на супы, потому что жидкие. Так ли важно обедать супом или, например, завтракать? У меня уверенность, что задача не работать – это задача любого взрослого человека, а не желудка. Ну, мы от природы все ленивы. Мы хотим заниматься творчеством, ездить по миру или заниматься каким-то хобби. А желудок, он вынужден работать и своим мозгом не обладает. И супы никакой лечебный, как лечебный фактор, они не доказаны эффективность вообще нигде. Поэтому это бабушкины сказки о том, что они нужны. Если нравятся супы, ешьте. Но когда пишут пациенты пищевой дневник, они часто пишут, что супы стали причиной изжоги. Многие пациенты от них отказываются, которые страдают рефлюксной болезнью. А некоторые, да, симптоматически при голодной боли, при функциональной диспепсии, может эту боль снимать лучше, чем какая-то другая пища. Но это индивидуально, это не лечение, это контроль симптомов. Так что нравится – ешьте, не нравится – не ешьте. Никакой особой пользы и вреда нет. Как вы меня прям утешили. А то мне вообще гастроэнтеролог внушал, что основой рациона должен быть суп. Вот. Я каждый раз думаю. Совгали. И каждый раз я даже в ресторане приходится выбирать между супом и не супом. Я такой, но ведь основой-то должен быть суп. Ладно, все, основы супы. Должны быть в калории. Как в том анекдоте, Диви, ты почему пьешь коньяк, тебе же врач запретил, а я ему дал $100, он разрешил. Ладно, вопрос от Ильи Владимировича. Правда ли, что острая пища разгоняет метаболизм и способствует лучшей работе желудка и похудению? Ой, еще новости. Это адская, конечно, история. Вряд ли. Вряд ли. Дело в том, что острая пища, она скорее способствует росту аппетита. И единственная, может быть, какая-то радикальная польза в ней, что она может заменять соль. Если пища острая, то ощущение, что соли надо меньше, а для многих болезней, многих людей ограничение соли – это полезно и важно, и им тяжело это сделать. Лучше острую, чем соленую. Соль острая безопасна, она не вызывает никакую язву. И в то же время мы отлично знаем, почему там, условно в жарких странах, в Индии, едят очень острую пищу. Для того, чтобы в условиях жары, во-первых, вызвать аппетит, а во-вторых, вызвать производство кислоты,
и уменьшить вероятность того, что бактерии, которые попадают в желудок, выживут. Ну, скорее так. Похудеть от острой пищи не получится. Спасибо. Так, и следующий вопрос от нашего спикера. Николай Вагабов Шарабарин спрашивает. Мечников рекомендовал пить простоквашу поутру, чтобы быть здоровым. Прошло 1,5 века. Что принципиально изменилось? Да глобально ничего. Провидец был Мечников, провидец. Простокваша – это такой отечественный йогурт. Молоко, заквашенное преимущественно лактобактериями. А лактобактерии сейчас во многих ситуациях считаются не то, и лекарствами, и просто компонентом здорового питания, который снижает риски, там, допустим, кишечных инфекций. Поэтому прав был Мечников, надо пить йогурт, хоть в виде простокваши или чего-то еще, или кефир. Спасибо. Алисе М. скажем спасибо. Она говорит, спасибо за интересный и полезный стрим и присылает донат. Спасибо вам огромное, Алиса. Пауз. Зверобой можно принимать как антидепрессант? Можно, но это извращение. Он действительно работает, это доказано. И даже стандартизированные таблетки есть. Но это для тех, кто ни в какую не хочет уж эту гадкую химию пить. Если сравнить зверобой с современными там, ингибиторами обратного захвата серотонина, ну, самыми популярными сегодня антидепрессантами, то вот эти вот химически полученные, механизм действия похож на те вещества, что в зверобое. Но таблетки гораздо безопаснее, эффективнее, не взаимодействуют или мало взаимодействуют с другими препаратами, в отличие от зверобоя. И нет смысла вот ни одного аргумента за зверобой, кроме того, что если уж никаких таблеток не осталось, вы живете в тайге, туда можно пить отвар зверобоя, это лучше, чем ничего. Так, хорошо, спасибо. Наталья Степанова опять спрашивает. В одном любимом подкасте, не медицинском, сказали, что есть хорошие и плохие бактерии. Плохие любят фастфуд и тортики. Как убить этих плохишей, чтобы не есть фастфуд и сладости? Ну уж плохие бактерии, наверное, это чума и холера. В остальном это проблемы исследования микробиома. И даже вот этот международный проект по исследованию микробиома, он нам не дал никаких точных ответов. В итоге, какие бактерии хорошие, какие плохие. Есть только какие-то предположения и понимание механизма, что если кормить бактерии сахаром и сладкими многоатомными спиртами, фруктозой там и так дальше, то вероятность того, что будут проблемы, высока. И мы наугад иногда уничтожаем бактерии, уменьшаем их поголовье. Обычно для этого рифоксимин, кишечный септик, используется. Иногда используется там сахаромицет, вот один из разновидностей пробиотиков. То есть мы скорее боремся со следствием. Но мы пока не знаем, какую именно бактерию надо уничтожить, чтобы счастье наступило. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Гуттаковат Лапидем. Лапидем. Что такое аутоиммунный гастрит? Чем его лечить?
Аутоиммунный гастрит это, как и все аутоиммунные болезни, агрессия организма против себя, вырабатываются антитела. Ну, прежде всего, это антитела к париетальным клеткам. Эти клетки в желудке производят кислоту. Они главные, в общем, для нормального функционирования желудка. И антитела уничтожают эти клетки, и этот процесс приводит рано или поздно к атрофии, то есть железы ссыхаются, перестают эффективно работать. Это в какой-то мере ассоциировано с риском рака желудка. Но плохо то, что лечить мы это не умеем. Да, мы можем остановить этот процесс, но такими неспецифическими мощными иммунодепрессантами, ну, как глюкокортикоидные гормоны, допустим, и убрать эти антитела на какое-то время, но это ничего не даст, и в том плане, что лечение будет хуже болезни. Побочные эффекты приведут к гораздо большим тяжелым последствиям, чем течение самого аутоиммунного гастрита. Поэтому мы сконцентрированы на том, чтобы посмотреть на всасывание витамина В12, всасывание железа и поддерживать их на нормальном уровне в организме у такого человека. Ну и наблюдение по программе человека с повышенной вероятностью опухоли желудка. Обычно таким людям чаще, чем другим, рекомендуют в программе наблюдения делать гастроскопии. Гастроскопия обязательно с биопсией и крайне желательно по системе Ольга, вот этой вот канадской системе, когда количественно оценивают на степень атрофии и степень метаплазии для того, чтобы вовремя предсказать риски. К сожалению, я видел совершенно жуткие истории, когда пытались лечить аутоиммунный гастрит как большое аутоиммунное заболевание, как вот тяжелую системную волчанку с осложнениями. Делали там плазмообмен, токсические дозы глюкокортикоидов назначали, иммуносупрессанты. Это вредительство абсолютное, но вот эта вот клиника, которая этим занималась, она сейчас закрыта, и они много писали в прессе, что прокуратура ей занялась, и ее владельцы в бегах. Спасибо. Мария Би спрашивает. Стоит ли продолжать лечение у врача, который назначает анализы на дисбактериоз и диету, ну, стол номер такой-то? Ну, это признак того, что врач не читает. Иногда он может при этом быть не неплохим специалистом там, в каких-то других областях, что-то правильно диагностировать. Но все равно это признак базового плохого образования. И тут слишком велики риски. Я бы не стал лечиться у такого человека. Спасибо большое. И скажем спасибо Юлии за донат. И ее вопрос следующий. Здравствуйте. Подскажите, если болит правый низ живота, то в паху, то под ребром. Все системы органов по анализам в порядке. Но на УЗИ нашли дикинезию желчного пузыря, застой желчи, песок. Может ли боль быть связана с желчным? Маловероятно, что вот такого типа боль. Для нас очень важно... Как болит? Если болит годами, месяцами, почти каждый день, болит часами каждый день, монотонно, не спеша там побаливает и мешает жить. Днем, когда занят, вроде бы стихло, забылось. Вечером, когда расслабилось, усиливалась боль. Это все признаки функциональной боли.
И такая боль, она к желчному пузырю отношения не иметь не может. А классическая боль, связанная с желчным пузырем, это желчная колика. А желчная колика – это острая, сильная боль, обычно в правом подреберье или по центру живота вверху, реже опоясывающая, но тоже вверху живота, связанная с едой. Возникает там через условно полчаса после приема жирной пищи, и болит схватками. Вот схватила, 3 минуты поболела, отпустила, потом опять схватила. При этом может температура повыситься, боль обычно сильная. Вот это вот желчный пузырь, его визитная карточка. А монотонные боли то вверху, то внизу, ну, вряд ли, вряд ли. Спасибо огромное. Давайте, прежде чем следующий вопрос задать, небольшие объявления, короткие. Скажу спасибо всем, кто нас сейчас смотрит. Напоминаю о том, что было бы круто, если бы вы поставили, например, лайк этому видео, данному конкретному стриму и впоследствии видео, которое, конечно же, пересматриваете. Подписались на канал, нажали на колокольчик, выбрав пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши дальнейшие лекции и видео, о которых, собственно говоря, скоро Александр расскажет, что нас ждет впереди. Ну и, конечно, помните о том, что, чтобы задать вопрос для этого стрима, можно воспользоваться чатом, а можно, например, суперчатом или ссылкой, которая закрепит чаты данной трансляции, чтобы ваш вопрос гарантированно прозвучал. Потому что прямо сейчас мы примерно на 33-м вопросе, а вопросов 123. Ну вот, можете примерно себе представить, если в порядке очереди вы только что задали свой вопрос, когда мы на него ответим. Наверное, ближе к среде. Так, и спасибо, скажем, тем, кто нас поддерживает на регулярной основе. Это спонсоры Boosty, Patreon и проект Лаборатории ночных видео и проект Anthropogenes.ru. У нас разные площадки и все равно достойно и много интересного. Какие-то эксклюзивы, об этом Саша тоже скажет. Ну и, соответственно, материалы, которые в ранний доступ поступают сначала к вам, а уже потом на общий доступ. Спасибо вам огромное, друзья, за всевозможную поддержку. Ну а еще, если вы не знаете, что такое Лаборет, мне жаль. А во-вторых, это закрытый проект в Телеграме «Лаборатория ночных видео», где тоже появляются эксклюзивы. И вообще, это одна из самых оперативных площадок, на которой мы находимся. Спасибо вам, друзья, за поддержку и там. Да, а я напомню вам, что нас ждет, а ждет нас, ну, на самом деле, я буду лаконичен, через неделю, ну, нет, не через неделю, через 5 дней, в четверг, 27 апреля, появится очередной и, по-моему, уже заключительный эпизод форума медицинского «Ученые против мифов». И это будет выступление ветеринара Николая Вагабова, который сегодня, кстати, задавал вопросы, под названием «Когда плацебо не работает, выводим на чистую воду ветеринарную гомеопатию». Тоже такая тема мощная. Вот, это будет в четверг, 27 апреля на канале Антропогенеза. Для всех наших подписчиков. А вот для тех, кто подписан на нас, на спонсор и на Бусти, уже сегодня, значит, будет опубликован очередная новость недели от меня, которая называется «Загадочный череп человека из Альтамуры». Ну, на самом деле, он не столько загадочный, сколько долгожданный, потому что 30 лет назад нашли, до сих пор в пещере валяется. Наконец, что-то про него мы узнали. Что расскажу вот в этом видео для наших подписчиков на спонсор и Бусти сегодня. Вот, ну а 29-30 апреля, то есть через неделю, в Москве 20-й юбилейный форум «Ученые против мифов» с девизом «Ищи на третьей планете», который будет биолого-космическим. То есть первый день будет посвящен в основном биологии, второй в основном космосу. И оба дня очень интересны. Будут яркие мастер-классы, где будут кормить осьминога, где будут кольцевать летучих мышей, и где мы будем наблюдать за современными переходными формами, и нас будут учить пользоваться телескопами, и чего только там не будет. Все это очень интересно, и если вы еще почему-то не зарегистрировались на форум, хотя бы на онлайн-трансляцию, ну, сделайте это наконец. Осталась неделя. Вот, а мы, наверное, возвращаемся к нашим вопросам. Да. И вопрос от Алексея, вопрос с донатом. Вечер добрый, подскажите, вот, эхинокос, кошек, на самом деле так опасен, как про него пишут. Вот было уже про собачек, теперь кошечки у нас на повестке дня. Ну, эхинококкоз более чем опасен для человека. Вопрос в другом, как им заразиться. Заразиться не всегда просто. Все-таки
Заражение идет в основном в ситуациях, когда люди живут в эндемичных зонах, и вероятность того, что вот ваша домашняя кошка принесет вам эхинококка, и это 0%. То есть речь идет все-таки в основном о тех ситуациях, это Дальний Восток, там какие-то крайний север, вот оттуда часто люди приезжают с эхинококкозом. Спасибо. Спасибо. Вопрос от Руфи Руф. На что обращать внимание при выборе гастроэнтеролога? Все, к кому обращаюсь, обследуют и предлагают лечить дисбактериоз. Ну, искать, пока не найдете того, кто знает отличие дисбактериоза от синдрома раздраженной кишки. И знает, что такое римские критерии. Вот если он вам перечислит способы диагностики синдрома раздраженной кишки по римским критериям, значит, как минимум, это базовое образование у этого гастроэнтеролога есть. Представляю себе, приходишь на прием, так, давай, чувак, сначала тащи билетики, а потом мы с тобой поговорим. О, а так бывает. Знаете, это вот мамские форумы, они придумали чек-листы, и приходят к педиатрам и задают вопрос, а вот нужно при ОРВИ иммуномодулятор, а противовирусный нужно? И вот так тестируют. Да. Неплохо. Скажем спасибо анониму за поддержку стрима, и он пишет: «Добрый вечер. Насколько научная идея оси кишечник-мозг и влияние питания на настроение и поведение человека? Спасибо». Это вполне научная история, просто мы пока еще слабо знаем ответы. Но то, что вопросы такие задавать нужно, мы тоже знаем. Связь уже доказана, что она вроде бы есть, там то, что содержится в кишечнике, коррелирует микробиота, ее состояние коррелирует с депрессией, допустим. Некоторые у пациентов с аутизмом микробиота выглядит иначе, чем у пациентов без аутизма. Здесь вопросов больше, чем ответов, что первично. Я полагаю, что первично пищевые предпочтения там, человека с аутизмом, который формирует своеобразную микробиоту, а не микробиота причина аутизма. Но, тем не менее, связи такие найдены, их много, и это требует изучения. И изучение активно ведется, статьи выходят тысячами. Спасибо. Так, и следующий вопрос от Максима. И Максиму за поддержку спасибо. Да, кстати говоря, вопросов все нарастает и нарастает. И мы готовы сразу предложить вторую часть постскриптума, иначе мы минимум даже не окучим из того, что к нам пришло. Поэтому, если будет время, Алексей, то мы, конечно же, это сделаем. Добрый вечер, пишет Максим. Насколько эффективна капсульная гастроскопия? Почему интенсивный не развивается? Ну, капсульная гастроскопия – это все-таки метод из серии «обнять и плакать». Видеокапсула – это классная вещь. И ее изобрели прежде всего для того, чтобы осматривать тонкую кишку, искать в ней болезнь Крона и другие состояния, потому что очень мало методов для того, чтобы осмотреть тонкий кишечник. Но потом коммерческие такие направления возникли, и специальные капсулы для осмотра желудка, и капсулы для осмотра толстой кишки. Это все заведомо менее эффективно, чем эндоскопические методы, и, может быть, скорее приводит к самоуспокоению,
и используется для тех людей, которые наотрез отказываются от эндоскопических методов, но капсула их не заменяет. То есть капсула по уму должна быть в тонкой кишке использована. Спасибо. Вопрос от Екатерины Черненко. Является ли ректальный путь источником заражения хеликобактером? И поясните механизм заражения. Я даже в тупик поставлен. Если только вот переливать хеликобактер нарочно в прямую кишку, и то я сомневаюсь, что он может прижиться, ведь ему нужна кислота. Как он доберется до желудка? Не знаю, это может быть его проталкивать поршнем каким-нибудь, чтобы до желудка дошел. Но это повод для больших экспериментов и жестоких, очень жестоких экспериментов. Кстати, про не это. Будем. Давай, так, Саша. Что про это? Да, Светлана Мак, да, по поводу экспериментов. Расскажите, пожалуйста, про фекальную трансплантацию. Звучит как бред. Не такой уж и бред. Да, далеко не бред. Далеко не бред. Это как раз отражение того, что мы слишком мало знаем о микробиоте. И ее сейчас пытаются применять при разных состояниях. Но именно пытаются. Но она очевидно эффективна при клостридиальном колите и особенно его тяжелых формах, псевдомембранозном колите. Люди, которые уже там заприметили себе место на кладбище, они вдруг выздоравливают после фекальной трансплантации. Нам понятно, что вот в упрощенной нашей картине мира съели антибиотик, убили какие-то микробы, которые сдерживали кластридия. Кластридия размножился и начал продуцировать токсины. Токсины повреждают стенки кишки. Мы даем специфический антибиотик типа ванкомицина там, или фидаксомицина. Убиваем кластридия, все счастливы. На практике в большинстве случаев так и бывает. Но бывают и множественные рецидивы, и резистентные к антибиотикам формы колита. И от этой формы люди умирают. И здесь вот эта фекальная трансплантация от здорового донора, который, судя по всему, приносит многообразие кишечной микрофлоры здорового человека, она приводит к выздоровлению. А уже какие именно микробы привели к выздоровлению, мы не знаем. Вот, и, ну, когда-нибудь узнаем. Спасибо. Виктор Загребнев спрашивает, скажите, пожалуйста, существуют ли сейчас неоперативные методы устранения камней при желчекаменной болезни или единственный наименее инвазивный способ – это лапароскопия? Здесь важно отметить, что прежде чем я отвечу на этот вопрос, я предупрежу, что вот эта вот дама из фильма «Покровские ворота», которая карцангом курила и резала к чертовой матери всех, она не права. По современным рекомендациям не надо удалять все камни из желчного пузыря, если они там найдены. Они в большинстве случаев безопасны, и риск операции выше, чем носительство камней. Когда надо удалять? Удалять надо, если была хотя бы один раз печеночная колика. Это о чем мы говорили выше. Это схваткообразная боль в верхней части живота после приема жирной пищи. Если диаметр камня приблизился к 3 сантиметрам, тогда возникает риск нагноения желчного пузыря.
Если есть сопутствующие какие-то заболевания, влияющие на иммунитет, такие как сахарный диабет. Но в большинстве случаев бессимптомные камни оперировать не нужно. Все методики, которые безоперационные, ну, из них осталось, мы пробовали разные, из них осталось только урсо- и хенодезоксихолевые кислоты, из них препараты производятся по-прежнему. Но эффективность терапии низка. Принимать их нужно долго, и назначать их можно только в том случае, если есть не больше двух камней, каждый из которых диаметром менее 10 миллиметров, а по уму вообще в идеале, еще бы надо сделать компьютерную томографию и посмотреть, видны они на рентгеновской компьютерной томографии или нет. Если они на УЗИ видны, а на томографии не видны, значит, рентгеновские лучи через них свободно проходят, и они рыхлые. И растворить их с высокой вероятностью можно. Если они видны на КТ, то, скорее всего, в них уже отложился кальций, и вы их не сможете растворить. Но это вот такая спор для сильных, месяцами принимать препараты с неизвестным результатом. Все-таки предпочтительно холецистэктомия, а все вот эти методы типа введения лазерного проводка внутрь желчного пузыря и разрушения лазером внутри желчного пузыря, или китайцы в свое время развлекались, вскрывали желчный пузырь, выскабливали и зашивали. Все это оказалось очень ненадежным и вызывало большие осложнения. В итоге оказывалось существенно более опасным, чем холецистэктомия, и от всего этого отказались. Спасибо. Так. Да, я через это прошел. Зачувствую. Карта мира или мира карта? Задает вопрос. Почему при фекальной трансплантации пересаживают не отдельные бактерии, а бактерии вместе с фекалиями? Было бы не так неприятно. Ну, а мы вам не скажем, что пересаживаем. Вам будет все равно. Шутка. Дело в том, что наша задача пересадить эти бактерии, и пересаживают, ну, есть разные способы пересадки. Сейчас основная это все-таки колоноскопия, и вводят через прямую кишку. Раньше нередко и в капсулу глотали это. Через прямую кишку оказалось все-таки более эффективно. И вносят фильтрат. Все-таки фильтруют, это не чистые фекалии. Но мы не можем пока понять, как отфильтровать так, чтобы вообще не, кроме бактерий там ничего не осталось. Все-таки мы это делаем. Мы это, я имею в виду все мировое сообщество, включая ведущие там клиники, которые это впервые применили в мире, все это делают с полукустарным способом и зачастую еще в рамках клинических исследований. Со временем, может быть, это и приведет к тому, что появятся формы и очищенные, и формы в капсулах очищенные там, и так дальше. Но это дело времени. Она сейчас высоко эффективна. И когда человек умирает, ему в общем все равно, приятно ему или неприятно, если его вылечат. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает серьезный парень. У меня плохо переваривается жир. Выходит наружу в первоначальном виде. С чем это связано? С ферментами или микробиотой? Ну, если же это правда, и это действительно жир,
Это только недостаточность поджелудочной железы можно объяснить. Но это же не так сложно узнать, сделав анализ на эластазу, на панкреатическую эластазу в кале, и он покажет, работает поджелудочная железа или нет. Ну, и можно сделать анализ кала на жиры свободные и измерить, кажется это или не кажется, может это слизь, а не жир. И да, друзья, не забывайте о том, что всегда нужно консультироваться с лечащим врачом. Ксения Щегарева. Почему врачи ограничиваются диагнозом СРК, отсутствуют в международном классификаторе и перестают пытаться помочь с реальной проблемой? Есть ли новые методики, подходы к диагностике причин и устранения подобных состояний? СРК – это синдром раздраженного кишечника, да? Да. Не хочу болеть я свинкой, хочу зайчиком болеть. Этот вопрос называется. В каком классификаторе его нет? В НКБ-10 есть, в НКБ-11 тем более есть. И причем с подвидами. Да, не один синдром раздраженного кишки, а там сразу целая рубрика с подвидами существует. Но опять же, мы помним, что это статистическая классификация, а нас интересует врачебные классификации. Мы обращаемся к Римскому фонду и можете к любой другой гастроэнтерологической ассоциации. Просто Римский фонд – это главная организация, в общем, гастроэнтерологии в отношении функциональных расстройств. И там есть жесткие критерии, когда мы ставим синдром раздраженной кишки. И те люди, которые не пытаются найти у себя межгалактическую волчанку прямой кишки, соглашаются с доктором, они получают шанс на ремиссию, когда у них ничего не будет их беспокоить, и диареи не будет, и вздутия не будет. И жить они начнут хорошо и счастливо. Если они сами будут выдвигать концепции, чем они болеют, ну, Google в помощь. Если нет доверия врачу, то к врачу ходить не надо. Спасибо. Вопрос от Елены Клестовой. А всякая ферментированная еда хоть немного полезна, типа квашеной капусты? Видимо, да. Как неудивительно, квашеную капусту исследовали. И квашеные яблоки исследовали. И прошу не путать это с соленой капустой. Да, вот простерилизовали где-то на заводе, там сварили, посолили и в банки закатали. Это не квашеная капуста. Квашеная капуста, она должна бродить. Да, это продукт брожения. Вот как вот бабушка в бочку это клала, и сверху грузик, и она там бродила. Бродила за счет молочно-кислых бактерий. И это такой же пробиотический продукт, как и любой другой, как простокваша, о которой мы говорили до этого. Поэтому это, да, компонент здорового питания. Спасибо. Александр Р. со следующим вопросом. Здравствуйте. Как часто проверять желчные на наличие камней при синдроме Жильбера? Да бог с ним, с синдромом Жильбера-то. Вот пугают людей этим синдромом, заставляют сдавать анализы там, на генетический тест на наличие синдрома Жильбера. На изолированное повышение билирубина и все. Ну вот оно... Можете чуть-чуть пожелтеть, если обезвоживание произойдет, в жаркий день пробежали марафон. Вот и все последствия. Выпили побольше воды, и этот билирубин исчез. Это не болезнь. Никакого наблюдения не нужно, ничего не нужно. Более того, совершенно... комические результаты получили, но они достоверные. Люди с синдромом Жильбера живут дольше. Удивительно. Вот так.
за счет снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм изучается, пока он непонятен. Ну, в общем, главное не лечить. Умереть и получить осложнение можно от лечения синдрома Жильбера, а не от самой... не до болезни. Это не болезнь. Спасибо. Так, и вопрос от человека, который подписался. КНПН Улзар. А что с ацидофилином, который создавался специально для улучшения микрофлоры кишечника и которые участвуют, которые могут пройти через желудок? Ацидофилином, да. Да, да, его сейчас достать тяжело. Ну, кое-где есть места, где продается. Грубо говоря, это разновидность йогурта, в котором используется особая форма ацидофильные лактобактерии, устойчивой к кислоте. Глобально от йогурта это мало чем отличается, но этот вид лактобактерий, который там, он гораздо хуже исследован, чем большинство других лактобактерий. Скорее всего, он тоже полезен, но не надо за ним гоняться. Любой другой йогурт, желательно не очень сладкий, да, он даст тот же эффект, а может и лучше. Спасибо. Дальше прекрасный вопрос. Значит, с донатом от главного хейтера канала. Спасибо вам, главный хейтер канала. И вопрос тоже классный. Хочу посмотреть на главного хейтера. Да, но я не уверен, что это вопрос к Алексею. А когда проводятся раскопки древних, например, при раскопке неандертальцев, реально ли понять, что камни рядом – это не камни из почек и желчи, например, по химсоставу? Ну, Алексей, вам есть что сказать вообще? Я вот не могу сказать про камни из желчного пузыря, которые пролежали... Неандертальцы – это же не одна там тысяча лет, да? Ну да, да. 40 тысяч лет, скажем. Да, мне совершенно непонятно, что за это время с желчными камнями произошло бы. Они обычно состоят из холестерина с кальцием, из билирубина. Это органические вещества, они разрушаются довольно быстро. И вряд ли они 40 тысяч лет, если они только не закальцинировались. Чисто теоретически пробовать можно. Судебно-медицинская экспертиза способна на многое. Обычные камни отличить очень легко. И такие анализы рутинно делаются. В лабораториях состав камня определяется. А вот неандертальцев не берусь, не лечил. Ну, я хочу сказать, что я ни разу не слышал о подобном, и все-таки разрешающая способность методов современной археологии, там, палеантропологии, она до такого, по-моему, еще не дошла. То есть есть единственная находка капролита неандертальского, единственная, ну, по крайней мере, о которой мне известно. Это не какие-то там камни, которые все-таки, наверное, у неандертальцев были небольшие очень, потому что они, наверное, не доживали до больших просто-напросто при их образе жизни активном. Вот, и там еще это же должна быть определенная склонность, определенный рацион, насколько я понимаю. Вот, единственный капролит пока что, в чем такой тоже он, не бесспорный. Наверное, когда-нибудь и до такого дойдут, когда будут изучать содержимое желудка, кишечника и, значит, других органов. Вот, но, может, лет через 10, кто знает. Вот, а мы продолжаем. Итак, вопрос от You Know Who I Am из Лабы Red. Кефир, ряженка хоть как-то влияют на работу кишечника? Как много вопросов сегодня про молочку, да? При их употреблении может улучшиться стул или это миф? Чтобы порадовать прямо всех-всех своих бактерий, что бы вы порекомендовали? Это компонент здорового питания. Улучшится стул это или нет, это индивидуально. Что стул улучшается, это от растительных волокон, это точно. То есть, да, бабушка советовала есть свеклу и чернослив, и это работает, это правда. Кефир может помогать, а может нет. В любом случае,
молочно-кислые продукты, это компания здорового питания. Они содержат в себе и лактобактерии, и сахаромицеты. То, что ну, поддерживает состояние кишечника в лучшей форме. Спасибо. Илья Владимирович, быстрый и медленный метаболизм – это миф или нет? И от чего зависит? Нет, это не миф. Это генетически определено. В основном генетически. И количеством бур жировой ткани, которая сжигает лишние калории. И основной обмен – это тот обмен, который, когда человек лежит на диване, и у него сгорает определенное количество калорий, у всех разное. Ну и бывают какие-то ситуации, когда этот основной обмен меняется при болезнях, когда очень много там тироксина производится, например, да, он растет. Ну, мы глобально влиять на это не можем, поэтому медицина пыталась контролировать вес через препарат декстротироксин, который повышает основной обмен, ничего не вышло, отказались от этого. Спасибо. Спасибо. Алиса, да, Виталик. Да, читай. Алиса Мухарметова спрашивает: какие бактерии необходимо добавить в рацион и где, из каких продуктов или препаратов их брать? Спасибо за познавательное выступление. Да я бы не добавлял какие-то конкретные бактерии. У нас в рекомендациях конкретные бактерии возникают при конкретных болезнях. Там, при инфекционной диарее, например. А в остальных случаях просто разнообразное здоровое питание с содержанием бактерий. А вот эти бактерии в продуктах брожения содержатся в диапазоне от кефира до квашеной капусты. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от нашего постоянного мракоборца. Можно ли выселить хеликобактер другими бактериями? Возможно, но пока не найдены такие бактерии. Вопрос от Екатерины Эрш. Всегда ли хеликобактер требует эрадиации? Эрадикации. Эрадикации. Да, какие схемы сейчас первая линия? Правда ли, что висмут, трикалия, дицитрат обязателен в серадикационных схемах или это фармлобби? Вот это классный вопрос. И ответить на него я могу кратко. Читайте консенсус Maastricht 6. Там все ответы. Это все-таки очень врачебная такая история. Для остальных, которые не врачебного уровня слушателя, могу сказать, что эрадикация в большинстве случаев нужна, уничтожение хеликобактера. И даже вот европейский консенсус, который до этого говорил, что далеко не всем надо, в новой итерации последней существенно расширил число показаний для уничтожения хеликобактера. И его рекомендации напрямую в России применять сложно, потому что там на первом месте кларитромицин, а у нас почти тотальная устойчивость к нему. Причем ее толком никто не исследует. Это вот врачи видят, что лечим по классике, как советуют консенсус. Оно не работает. Поэтому у нас в России бесконтрольный прием антибиотиков привел к устойчивости. И мы вынуждены сразу назначать резервные схемы с висмутом. Они действительно более эффективны. И длительность 14 дней. И
сразу, зачастую это не кваритромицина, а другой антибиотик, хотя никакого очевидного согласия на эту тему нет. Еще этого согласия нет, потому что в России совершенно отсталая система в отношении диагностики устойчивости хеликобактера к антибиотикам, да ее нет просто. Ни классического посева, ни более современной истории с ПЦР-тестами на устойчивость хеликобактера. Этого нет, а в международных рекомендациях там они везде присутствуют. Поэтому мы вынуждены сразу резервную схему брать из мастера. Спасибо. Да, Виталик, давай. Даю. Мзия Кабисова спрашивает. Здравствуйте. Насколько эффективна остеопатия в лечении ЖКТ? И вообще эффективна, где бы то ни было. Да, Господь ее знает. В лечении ее же никто не исследовал. И что такое остеопатия? Это набор методов, куда включается массаж. Ну, против массажа трудно возражать. Хотя мало он что может вылечить, но хотя бы поглаживание приятно. А вот история там с влиянием на чакры и движение костей черепа, она меня восхищает. Я считаю, что остеопата надо вот такого лечить у психиатра жесткими схемами с нейролептиками, а не пациента лечить. Глобально остеопатия – это уже наука, несмотря на то, что ее Минздрав включил по какому-то хитрому блату в список специальностей официальных. Но как ни назови, приличный врач остеопат руки не подаст. Какая вот история. Спасибо. Спасибо. У нас есть целый доклад Алексея Водовозова на тему остеопатии. Можете посмотреть. Очень познавательно, надо сказать, и полностью совпадает с мнением Алексея. Так что. Карл Август Аванти задает следующий вопрос. Газообразование в кишечнике вызвано метаболизмом бактерий, расщепляющих клетчатку. Как скоро рекомендации употреблять больше клетчатки будут сопровождаться предупреждением о таком побочном эффекте? Расщепление клетчатки, наверное, происходит. Некоторые из бактерий имеют фермент целлюлазу, да, который способен расщеплять клетчатку. Но это ничтожное, совершенно ничтожное количество газа образуется этим методом. Основное образование газов происходит из расщепления крахмала, патоки, сахаров и многоатомных спиртов. То есть это никак не имеет отношения к клетчатке. Клетчатка снижает риски рака и продлевает жизнь. Вопрос от Евгения. Вопрос с донатом. У меня частый заброс желчи в желудок, что вызывает гастрит и боли. Может ли причиной быть механическая причина типа камней, и как с этим бороться? Так, может, меня не слышат? Нет, это функциональная история, обратный запрос. Желчь должна вытекать в 12-перстную кишку и дальше сливаться вниз. А если движение 12-перстной кишки происходит в обратную сторону, она забрасывает желчь в желудок, это может раздражать стенку желудка и вызывать какой-то дискомфорт, то, что называется диспепсией разного вида, чувство тяжести, до там, подташнивания. Все. А чаще всего это никаких симптомов не несет. Но желчь может подниматься еще и выше, в пищевод, и даже на язык попадать, вызывать чувство горечи. Но с камнями это вообще никак не связано. И с функцией желчного пузыря тоже никак не связано. Это скорее функциональное расстройство.
Чаще это бывает в рамках функциональной диспепсии, либо функциональной изжоги функционального рефлюкса. В общем, нужен гастроэнтеролог с мозгами, чтобы в этом разобраться. Вопрос от Александра Р. Правда ли, что микрофлора кишечника влияет на настроение? Ну, есть такие данные, что якобы влияет, но убедительность пока не высока. Исследования ведутся, и, возможно, когда-нибудь мы пробиотиками будем менять настроение. Ну, до этого далеко. Спасибо. Так, длинный вопрос от Алисы Зезюлевой. Она спрашивает. У людей более образованных и приверженных науке формируется свой миф о том, что все расстройства пищеварения происходят от недостатка клетчатки в диете, и нужно есть больше овощей и фруктов. От фруктов и овощей уже образовалась нескончаемая диарея. Ешь их еще больше. Не верят, что можно переборщить. А что вы, как ученые, об этом скажете? Можно ли переборщить с овощами и фруктами? И каков результат? Разумный предел клетчатки в рационе. Ну, есть такой международный критерий, который во многих рекомендациях присутствует. Это 5 порций в день, там условно 5 яблок, или замените яблоко там на морковку. И вот эту диарею обычно все-таки вызывают вот эти фруктаны, которые в овощах-то не содержатся. Содержатся в сладких фруктах и по большей части в ягодах. Ну, из овощей там, да, вряд ли. И если есть диарея от овощей, то речь идет, скорее всего, еще о сопутствующей какой-то проблеме. Синдроме раздраженной кишки, синдроме избыточного бактериального роста или, может быть, и какой-то другой гастроэнтерологической патологии. Ну, килограммами есть фрукты ни к чему нет. А при неспецифическом язвенном колите, который, я так понимаю, клетчатка, лучше в не таких крупных дозах употреблять? Почему? При колите клетчатка тоже должна присутствовать. И мы ее даже добавляем там иногда просто в чистом виде. Нет противопоказаний никаких. Спасибо. Оули сайт. Наверное, так. Здравствуйте. Открылась язва сразу с кровотечением, без боли, симптомов каких-то. Хеликобактер не выявили. Часто ли встречаются язвы безболезненные? Да, язвы безболезненные встречаются не так редко, особенно у пациентов с сахарным диабетом. Это вообще типичная история. И иногда язвы дебютируют кровотечением. Если хеликобактер не выявлен, то причиной частой может быть употребление нестероидных противовоспалительных средств, там от головной боли, а еще от чего-то. Иногда бывает, даже одной таблетки хватает, чтобы это вызвать. Но нередко хеликобактер есть, но его не находят каким-то методом. Поэтому надо применить комбинацию методов, чтобы его попытаться найти. Вопрос задает Ольга из Энска. Существуют разные международные рекомендации относительно уничтожения бактерий ХП от очень мягких и до очень строгих. Так в итоге, нужно или нет уничтожать ХП у всех людей, у которых возбудитель был верифицирован достоверным методом? Ну, вся эта история с конфликтом, надо или не надо, началась с Киотского протокола, международного такого этого консенсуса по хеликобактеру, который заявил простую схему «выявляй и лечи», потому что это абсолютное зло, уничтожай, крестовый поход.
Тогда не согласились европейцы, и Мастрихт 5 не поддержал эту концепцию. Вот теперь текущее действие Мастрихта 6, оно очень сильно приблизилось к Киотскому консенсусу, и фраза «выявляй личи» в нем тоже появилась. То есть, как вариант действия, она теперь допускается и Европе. Но все равно абсолютного консенсуса нет. Когда вышел пятый Мастрихт, я был уверен, что европейцы будут дрейфовать в сторону Киотского консенсуса и в конце концов с ним согласятся. Подождем Мастрихт 7, и он будет идентичен Киотскому. Я в этом уверен. Потому что значение хеликобактера, вот особенно, ну, язва с ней все понятно, но как профилактика рака желудка, это огромное, и данных все больше. Поэтому скорее надо тестировать всех. Старше 50 лет, если у человека есть хеликобактер, у него риски вообще очень велики. Спасибо. Так, вопрос задает биоробот. Можно ли болеть? Может ли болеть гастрит? И что такое гастрит с детства? Гастрит может болеть, но чаще всего болит не гастрит, а болит функциональная диспепсия. Но отличие гастрита от функциональной диспепсии глобально в том, что по симптомам, что его симптомы кратковременные и появляются на небольшой срок, там, на пару раз в году. Да, он может существовать с детства, если там заражение хеликобактером произошло с детства. Большинство гастритов хеликобактерные. И лечение – это уничтожение, эрадикация хеликобактера. Вот. А при функциональной диспепсии это не очень-то и поможет. Спасибо. Ольга из Энска со следующим вопросом. Существуют ли какие-то сведения по поводу эффективности диет при РАС? Действительно ли люди с РАС чаще подвержены заболеваниям ЖКТ? Вот никаких сведений о диетах не существует. Есть пациенты с РАС очень часто склонны к особому типу питания. То есть они выбирают ограниченное количество продуктов, их едят, остальное не едят. От этого может у них там быть дискомфорт в животе, если они условно едят большое количество фруктов. Ну, может быть. Да, у них другая микробиота, чем у пациентов без РАС. Но, скорее всего, это именно следствие особого типа питания, а не причина. Спасибо. И следующий вопрос от Натальи Степановой. А способствует ли хеликобактер? Нет, не от Натальи Степановой, от Натальи Степановой. Хеликобактер развитию рака желудка или кишечника? Это главная причина рака желудка. 90% всех раков желудка обусловлены хеликобактером. Кишечника нет. Спасибо. Теперь вопрос от Владислава Харченко из Лабы Red. Алексей, рассудите, пожалуйста, я очень мало ем, вот прям очень мало, максимум один скромный прием пищи, и это многолетняя привычка. Это что, в день, что ли? Родственники пугают, дескать, нельзя, для ЖКТ вредно, заболею, умру, и меня обглодают крысы, однако чувствую себя бодро, никогда не болею и очень много работаю. Что говорить родственникам? Вот и говоришь, что если вы здоровы, то это ваш индивидуальный ваша индивидуальная потребность питания. Мы назначаем особые режимы питания тем, кто заболел. А если человек многие годы питается каким-то определенным образом, ему с этим хорошо жить, и нет проблем, то чего от добра добра-то искать? Спасибо. Дальше вопрос от СМД РСП. СМД РСП. Угу. Спасибо. Да, ну,
Брату Соколову и Виталию спасибище за деятельность. Уважаемому докладчику вопрос, безопасно ли гасить изжогу слабым раствором пищевой соды? Спасибо. Да, безопасно и эффективно. Это быстро помогает. Минусы есть. Помогает ненадолго. Выделяется углекислый газ, который растягивает желудок. Это может косвенно увеличить потом производство кислоты. И в результате химической реакции выпадает поваренная соль, которая тоже не всем хороша. Ну, если вы молодой человек, здоровый, то пописываете побольше. А если пожилой сердечной недостаточностью, то это создает риски. Спасибо. Александр Р. спрашивает. Что сильнее всего желчегонит? Растительные жиры, животные жиры, омега-3 и так далее? Да, все жиры желчегонят хорошо. Омега-3 – это глобально тот же жир. Модификация – это жирные кислоты. Вот. И это хороший вопрос в том плане, что человек понимает, что все это желчегонное. И я зачастую говорю, меня спрашивают, а какое мне желчегонное, чтобы чистый был желчный пузырь? Я спрашиваю, вы салат с оливковым маслом едите иногда? Или яичницу на завтрак? Да, ем иногда. Ну, вот это вот и есть желчегонное. Любой из этих вариантов подходит. Спасибо. Евгений спрашивает, а что насчет простокваши, сметаны, сливок, масла? Простокваши предпочтительнее молока или нет разницы? Сметана, масло полезно или тоже разницы нет? Ну, простокваша – это нежирный продукт, и в нем молочнокислые бактерии. Поэтому из этого перечня это оптимальная вещь, но они не исключают другого. Масло раньше ограничивали из-за сердечно-сосудистых рисков, но оказалось, что оно не очень на них и влияет. Поэтому в разумных объемах все это хорошо, и это в нормальном питании все комбинируется. Ну, молоко некоторыми не переносится из-за лактазной недостаточности. Если переносится, пейте все и употребляйте все эти продукты. Спасибо. Спасибо. Вопрос от мракоборца. Можно ли прожечь слизистую до язвы едкими напитками? Алкоголь, кислые напитки или тяжелой острой пищей? Прожечь. Вряд ли это возможно. Но алкоголь, если это чистый спирт 96-градусный, то, пожалуй, да, ожог будет. В остальных случаях нет. И риски возникают в основном, если допились до рвоты и возникает надрыв входа в желудок в момент рвоты. Это бывает у тех, кто выпил лишнего. Спасибо. Спасибо. Вопрос от Ольги из Энска. Если при СРТК первичная психосоматика, то почему все-таки эффективно Low FODMAP диета? Вот эта диета, это и есть ограничение фруктанов. Она действительно эффективна, и мы ее назначаем. Но это вспомогательный все-таки метод. И она не в состоянии радикально исправить ситуацию. Ну, только как один из компонентов лечения. Психосоматика тоже, вот если мы будем лечить голым противотревожным препаратом, мы тоже ничего не вылечим. Здесь нужна комбинация разных препаратов и спазмолитиков, и иногда антидепрессантов, и вот эта low FODMAP диета, иногда слабительные. Там, это доктор должен разбираться. Спасибо. Да, вопрос. Виталик. Вопрос. Ольга Чернова. Ольга Чернова. Виталик его озвучивает. Добрый день. Да. Тема про язву и рак. Не совсем считала
читала, наверное, информацию про хеликобактер. Он, точнее его лечение, является причиной и уменьшением операции на желудок или нет? Да, операции практически не стало по поводу язвенной болезни. Раньше этих операций делали невероятное количество. Сейчас это редкость, только в острых ситуациях, если прободная язва, то есть количество плановых операций вообще исчезли. Может быть, делаются две в год. А раньше каждая больница делала сотнями. И да, язву и рак вызывает хеликобактер. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Максима. Я извиняюсь, у меня тут это садится батарейка, а у нас план еще долго разговаривать. У нас буквально да 5 уже... минут, обычно мы 2 часа, да. Общаемся так, что практически заканчиваем. Да, я понял. Я думаю, успеем. Надеюсь, успеем. А поэтому вопрос от Максима. Еще раз добрый вечер. Постоянно пью изомепразол. Изомепразол. Да, насколько это безопасно? Без него возникает неприятное ощущение уже через день-два. Надо с врачом это обсудить. Но если есть показания, то некоторым людям такие препараты назначают на очень долгий срок. Некоторые люди принимают годами, но иногда нужно провести эрадикацию хеликобактера, потребности в этом нет. В других случаях еще что-то надо сделать. Но если ничего другого не получается, то можно принимать и долго, ну, знать о возможных побочных эффектах, там, измерять магний раз в год, проверять плотность костей на денситометрии. Ну, принимать можно. Спасибо. Давайте очень коротко объявление перед следующим вопросом. Спасибо всем, кто смотрит нас прямо сейчас. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, бархнуть меню все, для того, чтобы не пропустить, Саша, будь здоров, не пропустить ни одно наше следующее видео. Ну и, соответственно, благодарим всех, кто поддерживает нас данный конкретный стрим. Тот же самый лайк, поддержка при помощи суперчата или доната в ссылках, которая имеется в закрепе чата данной трансляции. Patreon, Boosty, спонсор. Все прекрасно знаете, что эти площадки, из-за которых мы можем, собственно говоря, продолжать нашу деятельность. Спасибо вам огромное за регулярную поддержку, друзья. Спасибо. А я напомню о том, что через неделю нас всех ждет форум «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете». 20-й юбилейный. Очень интересная программа биолого-космическая, которую вы можете посмотреть на сайте. Ссылка, наверное, сейчас появится в чате. Остались на сам форум буквально последние билеты, но онлайн-трансляция всегда к вашим услугам, если почему-то вы не можете прийти, хотя прийти стоит. Не так часто у нас сейчас живые форумы проходят, и вот он будет живой, полноценный. Это всегда здорово, весело, шумно и много впечатлений. Вот, а, собственно, это все, наверное, объявления. Мы так постараемся кратко, лаконично. Коротко скажу, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции, можете это продолжить. Ссылка сейчас появится на чат в Телеграме, на наш такой закрытый красивый чатик. Заходите, продолжайте общение. Я хочу задать вопрос из Лабы Ред. Юнуху АМ его задал. А как вы относитесь к камбуче? Может ли она быть частью здорового рациона? Это тоже продукт брожения, да, может, почему нет? Спасибо. Это какой-то гриб чайный? Ну, это условно гриб, да, это тоже никакой не гриб, а это как в кефире комбинация бактерий, грибков, которые слиплись между собой слизью, это не один организм. Спасибо. Ну что, на этом будем заканчивать, да? Поблагодарим Алексея за интересные ответы. Да, Саша? Я бы еще Алексея пригласил на еще один эфир, учитывая, что вопросов еще много. Возможно, Алексей будет не против еще в мае, так сказать, уделить нам время. Вот. Ну и позвать Алексея на форум через неделю. Алексей, может, вы захотите прийти? Биология, космос. Там. Да, будем рады вас видеть. Не только гастроэнтерология. Да, спасибо. Вот. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное, друзья. Да, Саш, тебе спасибо за все. Алексею спасибо за ответы. Как всегда, Ксюша, Мариша и Гоша за кадром, которые помогали этому стриму. Пока-пока. До скорых интересных встреч. Наталья Степанова. Я вижу, что от вас пришел вопрос. Мы зададим его первым в нашем следующем постскриптуме. Пока.